Gao. I'll give you one more chance to surrender. Damn. The true battle is not fought with men. It is fought with this. Ну а вот теперь начинается уже эксклюзивная миссия для царства Вей. Этой битвы не было, потому что она чисто между Юань Шао и Цао Цао, ну или Као Као, как его называют американцы. Это у нас уже событие, когда Као Као окреп, заимел неплохую армию, но все же еще маленькую. А на севере в это время свирепствовал Юань Шао. Ну и как водится, он стал его главным противником. Что же, мы за Ксяхоуду... Охренеть, кстати говоря. Так, мы за Ксяхоудуна. Да, у Юань Шао цвет желтый, поэтому все его воины, видите, желтые цвета имеют. А врагов, кстати, тут тьма тьмущая, как я погляжу. О, первый генерал. Сейчас посмотрим, кто это. По-быстрому нам бы его убить. Блин, не хочет он, кстати, умирать по-быстрому. Это Юань Кси. Возможно, из родственников Юань Шао. Сын, брат, свекор. Кто-то из этих товарищей. Кстати, временный бонус к атаке. Возьмем. И скачем дальше. Сейчас я больше скачу в сторону своего лагеря, чтобы помочь нашим отбиться, потому что, как я вижу, наших там подзажимают, причем так неплохо. Встретили заодно мы нового офицера, Хан Менг. Мы быстро с ним попрощались. Да, зато вот его воины мне, меня еще только так вот зажали между двух булок. Между моей и коня, собственно. Ой, блин, что-то там вообще плохое происходит с нашими друзьями. Это как-то, блин, а куда? Что-то я не очень понимаю. Так, хилки на ходу брать нельзя, но нужно мне, чувствую, спешить. Что, если я не ошибаюсь? Вы что, серьезно? Твою мать. Лишимся коня. Так, это вообще союз. Да, кстати, Жан Ляо, который в предыдущей битве был нашим противником, как и по истории, перешел на сторону Цао Цао. Ну или опять же Као Као, как его называют американцы. Ни хрена ж себе. Янг Лианг. Какой-то мощный офицер, надо сказать. Удачно я отправил тебя в полет. Смотри, там лети, не кури в полете. Запрещено. Ну, а тут сколько наших-то оказывается. Все, от Ян Лианга мы избавились. Забираем за него бонус к атаке. Плюс 2, между прочим. Пытаемся глазами выцепить коня, потому что конь это святое в этой игре.
Как корова. Я понимаю, что все, по сути дела, тут больше ничего-то и не происходит в нашем лагере. Небольшие отряды врагов, и то они вот только здесь, как я вижу. Ну все тогда. Остатки этих врагов оставим союзникам. А сами пойдем сражаться. Вен Чоу, кстати, Вен Чоу это, да, это один из сильнейших воинов Юан Шао. Это я вспомнил благодаря игре Romance of the Three Kingdoms, стратегии, посвященной также этой эпохе, которая также проходится на этом канале. На которую вы, в принципе, можете подписаться. Мало того, что бесплатно. Скорее всего, где-нибудь даже в глубине вашей души задрожит такая маленькая ниточка под названием «Любовь». И вам будет тепло и приятно. Так, что там? Ничего себе. Ничего себе, какие войска. Что-то сказать. Что сказал Цао Цао, но слишком быстро это было. Тут у нас, кстати, Ханг Сун. Ну ладно, у нас тут был Ханг Сун. Чёртовы лучники, будьте вы... А что ж происходит? А. Открыли мы врата очередные. А, кстати, хилка. Твою мать. Да дайте здесь коня, коня. И кони на весь золото. Кто тут? А, ну да. Временно же Любей в те времена присоединился к Юань Шао. В общем-то, тут они все трое будут в этом лагере, я понял. Ждем еще Гуан Юя, или он... И он не с... А, он не с вами, а серьезно? Ну, ладно. Тогда ладно. Как, кстати, погода? Как там у вас стоят дела? С этим делом пишите в комментариях также. Какие-то миниатюрные трибушеты собираются использовать, я так понимаю, да? Фаер! Кстати, а у Юан Шао внешность все-таки. А, это вон внизу они атакуют. Ни хрена себе. Так, давайте тогда просто попинаем его бойцов. Все-таки по итогу мы его сейчас попинаем тоже. Get out of here. Неплохо, да, Жанфей? Вот это, конечно, озвучка. Мне кажется, озвучивал тот, кто любит боль. You better than I... Ты лучше, чем я ожидал. Ну и типа отступил. Окей. Лучше так, лучше. Так, кто тут? Я видел, что ты тут есть. Так, вот, кстати, Любей рядом чилит. О, уже не чилит. Диан Вей проиграл.
итоге мораль войск Юан Шу выросла. Я должен отступить сейчас. Увеличили мы, кстати, свое ХП. Так, все, никого нема. Вопрос, а где кони ближайшие? Есть стоянка? Кстати, блин, я только что подумал, а почему бы... Да, почему бы? Я делал, что пофиг, но, блин, идея. Чтоб здесь сделали какую-нибудь, не знаю, конюшню вот в таком лагере, где ты просто мог бы взять коня и себе спокойно поехать. Я понимаю, это ускорит игрока, но, блин... По-моему, замедлять его не самая лучшая тоже идея, которую можно придумать. Потому что кони просто исчезают банально. Конечно, идея оставить коней, чтобы их не крали, в принципе, тоже хорошая, если так подумать. Точнее, их не крадут, они, понятное дело, просто исчезают. Игра, видимо, решает, что им уже не нужно быть. Так-с. Security пост мы уничтожили. Да нахрен ему соу. Понятно, хилку мне не оставят. Кстати, мои бодигарды еще живые. Но они становятся покруче, это я знаю. Так, ну что ж, скочим дальше. И скочим, и скачем. Через миниатюрный мостик. Тут, кстати, еще один гейт-генерал. Давайте его истребим за это. За то, что он здесь есть. Ну и на этом, собственно, все. Повысили мы еще моральку наших войск. Да, вот нам пишут, что мораль наших ребят увеличивается. Так, а тут моста нет? Кстати, есть! Хе-хе-хе! Моста есть! А, да. Твою мать! Что там происходит? Ах, ладно, срочно. Нам нужно срочно чуть-чуть прорываться. Уж наших там волтузят просто без жалости. Вот тут открыто. Да и не просто открыто, здесь кто-то есть. Ни хрена себе лучников. Где столько нашли? Чё-то не к добру, ребята, идет все это дело. Спасибо. Вырубили мне мусоу. Да, как видите, последние удары вообще ничего не нанесли никому. Мораль все падает и падает и падает. Так, ладно, это походу чужой конь. Забирайте себе. Да. В жопу. Ладно, не буду с лучниками разбираться. Они тупо меня тормозят. Поэтому поскочу так. Так, врата открыты. Все, отлично. Вижу майора Юань Шао. Какой-то здесь генерал. Юан Тан, кстати, да, первый сын Юань Шао. И еще с ним какой-то офицер.
пока не могу понять какой. Но в конце концов, скорее всего, пойму. Так, используем тогда Муссоу, раз на то пошло. Так, с сыном мы грохнули. Лувей. Куанг. В общем-то, Лувей Куанга мы тоже. Того этого самого. Такс. Интересная мысль насчет того, нет. Кони все-таки на месте. Ну что ж, скачем вперед тогда. Тут вроде бы мель. Да, мель. И сюда. Тут и мель, тут и гейт-капитан, тут все есть. Get out of here. Жан Хеди, судя по всему, генерал. Да и не он, а нет, гейт-капитан. Жан Хета. Умеет магиот. О, гейт-капитан. Ты, оказывается, жив. Йоу. Так, берем бонус за гейт-капитана. Берем то, что у нас дали за Жан-Хе. Нифига себе, здесь еще шеф и катапульт. Вот это, честно, я вообще не помню, что здесь подобные ребята обитают. Ну что ж. Игра продолжает меня удивлять. То есть, само собой, я их видел, когда давно проходил, но, опять же, это было слишком давно, что я аж забыл. Джушоу! Так, катапульт офицера мы жахнули. Берем временный бонус на атаку. Джушоу мы также отправили к праотцам. Еще один сын Юаншао, Юаншанг. Ну, кстати, у нас сейчас бонус. К атаке, к тому же мораль врагов мы уже сильно опустили. Это можно увидеть по их ХП. Да, только всякие гуарды, лейтенанты и майоры еще могут иметь большое количество здоровья. А все остальные уже нет. Так. Неужто Юаншао? Да? И он научит нас, как держать линию. Видимо, некую... Некий стратегический план хочет нам рассказать. Ну, давайте попробуем его послушать. Так, снова, кстати, нас тут... гейт-капитан, но Юаншао не хочет нам давать возможности с ним разобраться. Хитер-бобер. А это что, все? У тебя так мало здоровья? Your name cannot die here. Ну, увы, имя Юан погибло. По истории Цао Цао тоже победил. Потому что это чисто историческая уже именно битва.
Где Цао Цао одержал победу? Битва при Гуанду. Ну, самая важная его битва была с Юан Шао. Что ж, друзья, на этом спасибо всем за просмотр. Вы можете написать что-то. Вы можете что-то поставить. Например, чай, кофе. Лайк, все дела. И помните, что завтра будет новый день. В нем с вами и увидимся. Пока-пока.